И съели две аптечки и все. Да, действительно, почему нет... Можете завалить и все. Почему нет такой команды, чтобы боты тратили аптечку только на нас? Блин, два танка, зашибись, это надо один молотов. Слушай, я предлагаю перед тем, как выживать, дом проверить на всякий случай. Может быть, там все-таки будут какие-то припасы, и мы что-нибудь придумаем. Я курильщика не вижу. Я ранен. Класс. Только начали все. Там лает. Братишка, у меня молотов тут есть. Не хочешь взять? Молотов, да, хочу. Я думаю, тут пайпа только под конец будет полезно. Угу. Надо бежать. Ой-ой-ой-ой, все плохо. За мной жокей. А тут, короче, работа и куча молотовых. И пайпы есть, и дефибриллятор есть. Ага. Так, подожди. И у меня пайпа пока что будет. Ага. Ну, конечно, в замкнутом темном пространстве. О, куча адреналина просто лежит на столе там. Чё? Все, я аптечки. Я тогда пойду вызывать, да? Угу. Я опять под лестницей буду. Ну поехали. Мы в доме у плантации. Братишка Хантер. Охотник! Охотник, стопал рот! Я еще продержу. Чарджер. Ну. Ничего нового. Надо как-то поднять. Ну. На ранних если этап... что, дефибриллятор. Ну, на ранних этапах... Не, я не побегу за ним, ради бога. Ну, просто как инфу сказал, что он там есть, но... Ради ботов нет. Точно, кстати, канистра же есть еще. Жаки рядом. Ага. Ну разве не здорово? Я вот-вот. Ну, скорее всего, на бота налезет. О, пора вылазить. Так. А может мы канистру ему просто. Давай, этого можно. Да, да, одного-то, ладно. Кстати, только где он? Вон он наверху на крыше. Угу, вижу. Там еще курильщик. Алло! Как я не попал? Пойду в дом за обезболивающим.
Все, он умер. Здесь шприц адреналина. Все. А вон и жокей. Посмотри, как там зашел. Прочитай, Ник. Я прочитал. Шикарный, очень интеллектуальный, интеллигентный. Ну просто ваншот ему дадим. F1. Скажешь, когда танк будет? Нет еще? Не. Вот сейчас должен быть. Еще. Да. Так, первый. Первый там. Молотов есть? Давай, давай молотов с ним выкину, где он? Вот он. Сейчас он выйдет. Есть. Первый есть. Надо валить его. Ах, там двое рядом, что ли? Я не знаю, где второй. Может, его вообще нет. А кстати, второй там. С другой стороны. У меня нету молотова. Класс. Догорел этот? Нет, не знаю. Я не видел. Твою мать, он через эту херню может прострелить. Прокинуть. Спасибо. Ну что? Животное. У нас тут все серьезно. Да как? Он через газон. Ой, подними меня, подними меня. Адреналин в клей подними. Адреналин, беги. Беги сначала. Он перелезает. Обеги его как-нибудь. Помогите, помогите! Как-нибудь ко мне, 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 ко мне. У меня еще адреналин помогите, есть. Помогите, помогите! Давай. Помогите поднимай, мне! Поднимай. А. Подавай, быстрей, быстрей! Быстрей, быстрей! Поднимай, поднимай, я поднимай, порядок, чувак. Ну! Ворота. Я не вру, и чего? Все, пошли. Все в лодку. Охренеть. Ну. Мы третью главу прошли. Из пяти. А потом еще на реализме. Ну это, дядя, ты сам можешь. Да ладно. Помогу. А у тебя разве ачивка с этим, с реализмом? Мы первую главу проходили и с реализмом, и с экспертизмом, короче. А, экспертизм. Экспрессионизм. Господи, это ужасно было.
1700 урона. А, там же этот заходил. Да. 1775. 17-3. О, господи. Все, я пока не хочу больше. Я теперь хочу огромный перерыв делать. Подожди, надо проверить. Есть. Да. Swamp Fever. Остался ужасный ливень и приход.